Очередной муниципальный форум «Щелковский управдом», как всегда, поднимает наболевшие острые вопросы и темы для сегодняшнего обсуждения: подготовка домов к предстоящему весеннему периоду, сезонным осмотрам и тема организации вывоза бытового мусора. Третий месяц проходит отладка новой системы утилизации и захоронения отходов. Выстраивается график движения мусоровозов. Спецмашины стали приезжать вдвое чаще. Жители активно сортируют бумагу, стекло и пластик. В заявительном порядке корректируются платежные квитанции. Все вопросы, которые сегодня звучали, они не новые для администрации. Мы над ними работаем каждый день. Конечно, есть, естественно, есть сейчас еще моменты такие, сложные, я бы сказала, в решении. Это и состояние контейнерных площадок, и вывоз мусора или отходов от многоквартирных домов, то есть тех домов, в которых есть мусоропроводы. То есть это все еще требует проработки и решения. Мы добились уже, что и офис стал работать, и принимают заявления. Если у кого-то двойные платежки пришли, например, на многоквартирный дом, который там дачи не считают люди, и квартиру. То есть эти вопросы уже урегулируются вот в этом офисе. Единым для Ногинска и Щелково установлен тариф за услугу вывоза мусора – 7 рублей 3 копейки с квадратного метра общей площади квартиры. В среднем по области это 8 рублей. Пенсионеры могут рассчитывать на компенсацию расходов до 50% стоимости услуги. Порядок выплаты прорабатывается. Определены губернатором категории, определен процент, который будет компенсироваться. Свои предложения по усовершенствованию работы оператора «Хартия» высказали члены Общественной палаты района и Ассоциации председателей советов домов Подмосковья. Актуальная тема – весенний осмотр многоэтажек, их конструктивных элементов и инженерных сетей. Именно с весны начинается подготовка жилого фонда к зиме. Участие председателей советов многоквартирных домов или представителей многоквартирных домов – это обязательно, потому что здесь рассматривается вопрос о использование их денежных средств, то есть тех денежных средств, которые собраны за ремонт и содержание. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».